Знаете, как называется эта песня? В общем, слова такие, когда Хэнк Уильямс... Ночь, когда Хэнк Уильямс приехал в город. В общем, я уже думаю, остальное можно не говорить. Ну, тут вы тоже понимаете, где я. Так, вы уже знаете, кто я. Я вот тут скачиваю, значит, остальные части беседы с Александром Липовым. Вчера уже была готова третья часть. Я вам скажу, я очень доволен, вообще очень горд собой. Надеюсь, что ему тоже нравится. Ну и, собственно говоря, я совершенно в открытую могу сказать о тех планах, которые я имею. А я имею план, господи. Вот как вот нельзя вот просто взять и камеры и снимать, да? Обязательно что-нибудь влезет. Короче, смотрите, какие планы? Я хотел бы на своем канале рубрику, или как это называется, про недвижимость, которую бы вел Александр Липов. Да, вот так я бы хотел. Ну, а теперь будем смотреть, что называется, насколько мои желания будут соответствовать действительности. Да, действительности никакой не существует, ребят, на самом-то деле. Это действительно так. Желание надо... Это желание осуществлять, этот план. И все. Я считаю, что в нем ничего неосуществимого нет. Единственное, что... Единственное препятствие, это что я все-таки... Вообще-то скрипач, ребят. Так что, если кто-то про это еще слышал. Поэтому... Вообще-то мне еще нужно себя проявить на этом поприще. Потому что иначе это как-то будет даже странно. Потому что я достиг мастерства, я достиг того, что я хотел у себя дома. Теперь надо это будет показать, иначе это обидно, да.